привет. Сейчас 7 утра субботы, я жутко хочу спать, но мы выдвигаемся на день рождения моей сестры, которой сегодня исполняется год. Останется сейчас заехать на заправку, я буду выезжать за Таней, и все вместе мы уже двинемся дальше в путь. Как дураки идем пешком, потому что мы вышли на три остановки раньше. Я подумала, потому что они промахнулись. Понимаешь? Надо сейчас рассказать интересную историю о том, как я никому не советую сдавать на права покупать себе машины, потому что когда есть права, есть машины, и вы очень-очень долго катаетесь на ней, вы привыкаете, вы входите в зону комфорта. Когда случается великолепная беда, такая как поломка, вы пересаживаетесь при возможности на общественный транспорт, и у вас происходит ад. Его снять в ответ. Я хотела типа взять. Да, типа посмотрю. Сейчас я познакомлю вас со своей сестрой, которую зовут Ява. Она у меня похожа на рыжего кота Леопольда. You've got one life to live. She's singing. Wow, господи, улыбаемся вашим или что? Испугалась? You've got one life to live. Я буквально только сегодня понял, какова участь всех родителей. Это не так уж и просто, как кажется. Это вот Ева, моя сестра, ей скоро год будет. Я остался сейчас с ней один на один. Ну, я скажу, что это очень весело, очень интересно. Но это все интересно, когда это раз в неделю. И я хочу детей в будущем, пару-тройку. Короче, огромный минус паркингу Данамола. Здесь нет никаких обозначений. Абсолютно. Мне очень не понравилось. Будешь снимать магазины? Конечно, я буду бьюти-блогером. Моя любимая Зара, Бершка, Зарахом. Счастье. Я бы пожрал чего-нибудь. Девочки, налетайте. Тут просто офигенно. Чего много и по нормальным ценам. И те, кто шутит, что в Минске будут ходить как клоны, неправда. Тут очень много вещей, что на целые два Минска хватит. Кажется, он такой маленький, очень хорошо так это играет. В каждой команде есть. А самое интересное, что нормальные боки бывают. Сними мой лук. Яну. На мне шортики от Бершки. Лично шила. От Зары. О, смотри, и вон носик от собаки. Мы с подругой затащили Яна на баскетбол. Он очень не хотел. Просто белорусский баскетбол не внушает абсолютно никакого доверия. Если сравнивать с NBA, то это небо и земля. Но, в принципе, было все более-менее адекватно. Но белорусы все равно проиграли болгарам. Но было интересно, да? Да. Я разлила... Как разлила из салата, какая-то жижа полилась, и она на меня и на одежду. А Ян сразу такой говорит: на машину! Что там? Не пролилось все на машину! Идем запускать фонарик.
небесный в честь Евиного дня рождения. А вы здесь хотите? Туса Евы. Первая Евина вписка. Вписка. Сидит и улыбается, на камеру смотрит. Я сам не понимаю иногда, что это такое. Вы боитесь, вам противно, и у вас воняет рядом. Я очень давно не ездил на общественном транспорте, буквально где-то полгода. Ну, как давно, относительно давно. Зато когда у меня были первые две машины, они ломались всегда, я всегда ездил на общественном транспорте. И вот, вот эти вот люди с зоной комфорта. А покажи красоты Тараса. Ага. Все считают, что Тарас это такой, типа, белорусская рублевка. Правильно считаю, здесь одни мажоры. А я в Ошице живу. Держу за верх. Включение поладок всегда, но это абсолютная ерунда. Это не так просто, оказывается, зажечь китайский небесный фонарик. Вон комар сбоку сидит. Профессиональный небесный фонарик. Она будет здоровая, счастливая, самая-самая счастливый человек на свете. Она еще пока не очень понимает, но мы сейчас будем короче загадывать желание, вот и это желание. И как опустим в небеса, чтобы оно сбылось. Чтобы ты была счастливая, это не цветочек. Это наше с папой пока желание, а потом будет твое. Хорошо?